Закончилось производство сериала «Киноальманах 2020». В основу «Киноальманаха» легли вымышленные истории, объединенные периодом пандемии COVID-19. Каждая серия – это собирательная история, созданная под вдохновением от поступков граждан Кыргызстана и событий весны-лета 2020 года. В этой серии мы рассказываем о темах, которые затрагиваются в сериале, и о процессах производства. Пандемия раскрыла Кыргызстан с новой стороны. Мы видели очень высокую мобилизацию социальную, мы видели очень высокий уровень взаимопомощи среди населения. Это было вот с одной стороны. С другой стороны, мы увидели слабость государственных структур. Ну и, собственно, сериал — это такая попытка создать летопись 2020 года, когда мы переживали все вместе эту большую, очень сложную пандемию. Мы выбрали формат вертикального сериала, потому что была задача поместить разное количество историй человеческих, с одной стороны, и с другой стороны, мы были ограничены по времени. В подготовке к сериалу работало свыше 300 человек, и все это за 6 месяцев. Естественно, для Кыргызстана это очень такие жесткие сроки, я думаю, что даже рекордные сроки, можно сказать. Весна и лето 2020 года стали сложным испытанием для всех нас. Люди по всему миру, в частности в Кыргызстане, переживали локдаун, теряли близких, теряли работу, семьи распадались. Мы хотели как-то осмыслить этот страшный опыт и отрефлексировать. Мы все время следили за происходящим в соцсетях в течение года и выбрали темы, которые были у всех на слуху. Нас вдохновляли люди, которые сталкивались и справлялись с новыми челленджами. Их истории в совокупности легли в основу альманаха. Мы решили, что одна история и ее герои не смогут обхватить все темы, которые мы хотели выразить через этот проект. Поэтому был выбран формат альманаха, в котором разные истории рассказываются разными сценаристами, разными режиссерами и в разных жанрах. И поэтому каждый фильм — это самостоятельное художественное произведение, наша рефлексия на тему пандемии. Карантинные меры, предпринятые правительством Кыргызстана, нацеленные на сдержание роста эпидемии, полностью остановили жизнь в республике. Первыми пострадали предприниматели малого и среднего бизнеса. Тем не менее, среди них было много таких, кто находил силы помогать малоимущим, кто лишился ежедневных доходов. Внимание! Поехали! Фильм «Просто бизнес» — это о том, как люди ведут себя, могут себя вести и, ну, в принципе, ведут в критической ситуации. Но в первую очередь это тема человеческих взаимоотношений на фоне пандемии. Естественно, что пандемия является неким таким катализирующим, осложняющим фактором, который очень сильно повлиял, естественно, на общий ход событий и очень сильно отстроил новые форматы взаимоотношений людей. Со стороны государства нам, предпринимателям, никакой помощи не было, никакой скидки не было. Даже, например, люди же знали, что какие-то кафе помогают там, они могли бы какую-то скидку, например, на свет, ну, например, да, на газ. Я убедилась, что в Кыргызстане мы в такой тяжелый момент, мы очень дружны. Даже обычные люди приносили там килограмм макаронов, масло, там еще что-то, да. Вот они хотели чем-то вот помочь, хоть чуть-чуть что-то. Кто-то привозил яблоки, вот ребята с пекарни нам хлеб привозил. Ну все помогали люди, не только мы одни, да. Мы приезжали в такие места, где вот дворы, там живут там 20 квартирантов, 30 квартирантов. Мы привозим продукты, но мы же не можем там одну машину там загрузить так много. И мы привозим, у нас иногда не хватает. Подбегает какой-то сосед и говорит: дайте мне поменьше, а им побольше, там у них больше детей, там по 100 пакетов, и нам не успевали мы там раздавать. Мы приезжали туда, люди живут в маленькой комнате. Маленькую, прям дверь открываете, сразу комната. 5-6 детей. И вот настолько они живут тяжело, настолько больно на них смотреть. И я прям рыдала, оттуда уезжала.
Во время локдауна закрытые границы между странами повлияли на мигрантов. Многие наши граждане не могли вернуться к своим семьям, потеряв работу за границей. Один из фильмов рассказывает о девочке, оказавшейся перед лицом взрослых решений. Для меня, честно говоря, Кундуз является, наверное, символом Кыргызстана. Очень молодая страна, которая столкнулась с невероятными сложностями, трудностями, и люди, ответственные как бы за ее благополучие, в какой-то момент, ну так получилось, после же этой истории, исчезли, испарились или оказались где-то далеко. Мы говорим о очень глубокой проблеме, которая есть в Кыргызстане, которая заключается в том, что десятки тысяч детей в Кыргызстане остаются просто без присмотра, на самом деле. Да? То есть пока взрослые люди вынуждены зарабатывать деньги где-то очень далеко, за рубежом, дети остаются на попечении там, или бабушек, или дедушек, это в лучшем случае, да? Либо вообще без какого-то присмотра. И на самом деле это очень серьезная, мне кажется, проблема для Кыргызстана, потому что, ну, такова грустная реальность, да, что дети остаются без права на какое-то спокойное, счастливое, беззаботное детство. Кундуз ал аргинге жардам берет, сабактарын беш окуйт экен, сабактарын баарын аткартып жиберет экен. Анан ал коркок экен, баарынан уялат экен. Анан жашынып барат экен мектепке. В трудовую миграцию уезжают люди же из-за тяжелой экономической, жизненной ситуации. На сегодняшний день государство старается, по крайней мере, прилагать усилия, чтобы трудовые мигранты, когда уезжали, чтобы они юридически оформляли опекунство. То есть, вот, если вы оставляете, даже бабушке, если вы оставляете сестре, там, чтобы он стал юридически опекуном, для того, чтобы он нес ответственность за действия, чтобы плюс еще органы опеки или местные социальные службы не знали о том, что есть ребенок, родители у него в трудовой миграции. К сожалению, не всегда граждане вообще, которые уезжают, они знают об этом. Они просто полагаются на авось. Ну, это же мой родственник, как он может обидеть моего ребенка? А фактически 96%, по статистике, да, по статистике 96% насильников, ну, я имею в виду, все это чаще всего близкородственные либо ближайшее окружение ребенка. Когда большое количество трудовых мигрантов вернулось в Кыргызстан, государство было вынуждено отдать детей, которые находятся в детских домах и в интернатах, они отдали родителям. А они годами там жили. Они не знают вообще, как взаимодействовать со своими родителями. И родители не знают. У родителей нет практически позитивных навыков воспитания. Они думают, что нужно там, только методом кнута, да, воспитывать. И из-за этого было очень большое количество суицидов во время. Да, среди детей, среди подростков было очень большое количество суицидов в период именно карантина. Потому что дети, у детей была эмоциональная депривация. Весь карантин, он дал знать, насколько у нас очень глубокие проблемы и в экономике, и в обществе, во взаимодействиях людей, вообще с людьми. Да, вот, уровень агрессии очень сильно повысился во время карантина. В период пандемии возросли случаи домашнего насилия. Люди, лишившиеся работы и заработка, оставались в четырех стенах. Многие конфликты в условиях изоляции обострились. Фильм «Хозяин» рассказывает историю Мурата, домашнего агрессора. Тема домашнего насилия у нас в обществе с каждым годом, к сожалению, все растет. Тем более с мировой пандемией, когда люди были вынуждены дома сидеть, эта тема обрела некий такой острый прям характер, когда мы в интернете, по телевизору видели очень много историй, когда от безработицы и от такого давления, связанного с карантином, происходили такие
прям ужасные истории, когда жен избивали, детей своих избивали. Доходило до такой степени, что были случаи летальным исходом. Я старался максимально документально писать о Мурате, чтобы он был знаком всем, зрителю, читателю. И мне кажется, нам удалось это передать нерв, передать вот это вот соучастие зрителей с этой историей. И немаловажно, у нас в этом эпизоде есть персонажи, следящие соседи, которые безмолвно следят за этой историей. Потому что у нас общество до такой степени стало, скажем, больным, что ли. Нет бы помочь соседу, своему другу, брату. Начинают это все, ну, просто молча наблюдать и обсуждать об этом. Когда карантин начался, у нас был безопасный дом, шелтер, да, предоставленный муниципалитетом, мэрией. И как раз мы находились на территории больницы. И это, ну, когда ковид начался, у нас сказали, временно мы забираем, чтобы там врачи проживали. И нам пришлось это закрыть. У нас тогда вообще по городу единственный наш шелтер работал. Да. Ну, мы не могли это перечь, потому что, говорят, люди умирают. Это приоритет или семейное насилие. Или вот сейчас нам это ваше помещение нужно. Мы согласились. Ну, конечно, это повлияло. Непосредственная вот эта помощь, когда они могли укрыться, прийти. Нашей организации тяжело было, конечно. Онлайн консультировали, перенаправление делали, с родственником разговаривали. Өте көп деп айта алмайм, бірақ қандайлар бар арамызда, Қырғызстан ішінде бар да. Өзінің үйбілесін ұшындай зомбылыққа салған, өзінің қызықшылы үшін жашай тұрған адамдар, кішілер көп. Мұндай айтқанда, еркектеріміз көп де ұшындай ішкілікке беріліп, аялын кіші орнына көрбей, баласы бар, баласы жоқ бұ деген мәніменен жашап жүрген адамдарымыз бар да. Көп емес андайлар, бірақ бар. Пандемия впервые повсеместно изменила форму обучения для школьников и студентов вузов. К резкому переходу на дистанционное обучение оказались не готовы как администрация школ, так и учителя, родители и ученики. Фильм «Тамирис» рассказывает историю амбициозной сельской учительницы, столкнувшейся с проблемами в школьной системе. Любовь к родине, она начинается с малого, то есть со школы, со двора, можно сказать. То, что так человек адаптируется, потом уже как бы готовится к этому и уже идет на большой мир. Вот. И Тамирис здесь играет очень важную роль. Может быть, когда повзрослеют эти дети, они, наверное, скажут: «А моя учительница так говорила». А моя учительница в это время, она не лежала и не боялась ничего. То есть она вышла и учила нас. Тамирис здесь выступает как бы как лидер, скажем так, как путеводитель, можно сказать. И альтернативы такие, скажем так, такие роли, такие образы нам очень нужны. И мне кажется, в нашей стране они необходимы просто. Потому что наш менталитет, она всегда говорит, то есть если ты женщина, ты должна слушать других, то есть своих родных, мужа и тому подобное.
Не знаю, я бы с этим не так уж согласилась бы, потому что время меняется. И со времен, скажем так, независимости очень многое чего изменилось, не только по всей стране, но и у нас. То, что нет, девушки тоже могут. Почему нет? Почему лидерами должны быть только мужчины? Герой нашего фильма — это Мирис, которая, вопреки вот таким устоявшимся стереотипам, что нужно из деревень уезжать куда-то, там, в город, что там в деревне нет никакой возможности для развития, она, наоборот, показывает, что есть возможность, что можно своим примером для вот даже детей показать, что можно в деревнях работать, что можно работать в IT-сфере, зарабатывать даже деньги, потому что сейчас мир открыт, и, в принципе, без разницы, где ты находишься, там, в городе или в деревне. «Черный июль» называли люди период, когда в больницах не хватало мест, врачей и лекарств. Пандемия выявляла в людях стремление бескорыстно помогать, жертвовать собой, но также будила и худшие стороны в других. Фильм «Тарас» — криминальная драма о человеческих страстях и отчаянном желании спасти дорогого человека. Камера есть. Сцена 36, дубль 2. Каждая история, которую мы делаем, она несет очень важные социальные проблемы. То же самое можно сказать вот про мою историю, да? Такое взрослый инфантилизм, то есть взрослый ребенок, точнее, полноценный мужчина, который все еще не может повзрослеть, который сидит на шее своей матери, и вот из-за ее болезни ему приходится преодолевать эти сложности, социализироваться и так далее. Ну, то есть я вот как говорю, каждая история — это отдельная проблема нашего общества, которую нужно не просто вот так вот взять, там, за полчаса посмотреть и забыть. Нет, мне кажется, это те истории, в которые нужно погрузиться и сделать опять-таки переоценку, да? То есть себя поменять, в себе поменять что-то, для такого всеобщего блага. Мы же должны, ну как вот, общество же просто так не меняется. Общество меняется с каждой единицей человеческой. Тарас сталкивается с проблемой. У него заболевает мать ковидом, и у нее со временем такая стадия, что нужны очень дорогостоящие препараты, лекарства, чтобы она выздоровела. Но он, вроде понимая всю сложность и трудность ситуации, особо ничего не делает. Только в критичный момент он понимает, что ему нужно что-то с этим сделать. Но у него нет денег. Вот. И он идет на преступление. Очень плохое действие. Но мать спасает. Через соцсети, через знакомых, да, получается, мы везде, где только можно было, распространяли, искали лекарства. Вот. Один знакомый отозвался, сказал, что нашел ребят, кто продает. Вот мы у них, получается, купили. Это вот как будто вот в фильмах показывают, как люди там оружие там, да, контрабанды скупают или там какие-то наркотики. Вот. Ну, примерно плюс-минус так же и лекарства покупали. То есть это было инкогнито. У людей горе, а кто-то на этом наживается. Это второстепенно, в первую очередь ты думаешь, главное найти лекарство, чтобы оно дало эффект положительный. Люди, без которых мы не смогли бы пережить этот период, кто был на передовой и в молитвах, и мыслях у каждого, врачи и волонтеры Красной Зоны.
герои серии «Смена» и «Айгуль» вели свою личную битву в красной зоне. Это очень сложная, очень болезненная и очень неоднозначная тема о том, кем являются врачи в нашем социуме, да, что они не то чтобы даже ставят на первый план, да, ну там очень остро был поставлен этот вопрос, потому что это стоял вопрос о жизни, о выборе между жизнью собственного ребенка и жизнями других людей. То есть, чтобы представляли, это вот корпус по 30 палат на каждом этаже и по 2 кровати в каждой палате. По 3-4 машины скорой помощи стояли внизу. Больные были разные, кто мог подниматься, кто поднимался, кто не мог, его на второй этаж на носилках заносили. И самое удивительное было то, что у нас было всего 5 концентраторов. Мы к одному концентратору подключали 2 канюли, вот эти, которые на нос вешают. Мы 2 больных подключали. У нас было такое: ты подышал? Молодец. Подожди, теперь должен подышать вот этот. И утащили туда, к нему, этот бедный в панике, что делать с ним, не знаю, потому что ему не хватает воздуха, кислорода не хватает. Оказалось самое ужасное, что второй протокол был не совсем верный. А третий протокол задержали в Минздраве. Он был в конце мая готов, его месяц не подписывали. А третий был самый нужный. Из-за этого мы очень много больных потеряли. Стресс, он бьет в то место, где, где тонко, да, где есть возможность для какого-то разрыва, нарушения. То есть если мы говорим о каком-то глобальном стрессовом событии, которое мы все пережили, то любое стрессовое событие, особенно глобальное, безусловно, имеет свои эффекты, которые отложены во времени. То есть мы не чувствуем себя сейчас людьми, живущими в постковидное время. Нет. Мы абсолютно продолжаем жить в той ситуации, в которой мы и начали, да, так и в ней, конечно, есть изменения, но они не столь значительные. Поэтому мне кажется, что все равно процесс восстановления, он затянется по времени. Воздействие пандемии на не только, наверное, на Кыргызстан, но и в целом на весь мир, оно было очень тотальным. И реализация этого проекта в рамках всех тех условий, которые были, да, то есть сложности, там, соблюдение дистанции, соблюдение мер безопасности и всего прочего в рамках тех сжатых сроков, которые есть, это, для нас это было очень таким эпичным опытом, мне кажется. 1 марта у нас стартовал съемочный период, и в первых числах июня мы его завершили за 90 дней, снять 10 серий и постараться их еще и смонтировать, да, то есть это такой супер-челлендж, мне кажется, и я просто хотел бы от чистого сердца поблагодарить всех ребят, людей, которые не спали ночами, да, преодолевали все, как бы, и постарались сделать сериал к сроку. Я думаю, что это очень-очень крутое достижение не только нашей студии, но в первую очередь именно каждого профессионала, который у нас работает. Для меня это большая честь, да, то есть работать со всеми вами. Это особенно хорошо чувствуется на съемочной площадке, да, когда вот царит вот эта энергия, не знаю, как это, не энергия даже, а синергия, наверное, да, то есть когда все на одной волне, на драйве, все понимают друг друга с полуслова, это что-то потрясающее. Так что я хочу сказать, что я, честно говоря, очень горд нашей командой и
хочется сказать спасибо всем, да, то есть от препродакшена до постпродакшена каждый вложил максимум как бы своих умений, усилий, каждый вложил свою душу, ну и надеюсь, результат будет стоить того. Киноальманах 2020 был призван переосмыслить период весны и лета 2020 года и еще раз взглянуть на пережитое время пандемии. Мы надеемся, что, несмотря на то, что пандемия остается с нами надолго, мы научились справляться с сопутствующими трудностями и поддерживать друг друга в сложные периоды. Thank you.